нас, в Дагестане, хотя некоторые люди искусственно хотят показать разницу и разногласия между нациями, это отсутствует. Нету такого. Главное, чтобы был он человеком. Вот это самое главное. У нас новый районный имам Дахадаевского района Ахмад, когда знакомились с главой, они вместе решили, вот это их совместная была идея, вас посетить. С первого дня работы в Дахадаевском районе нашли понимание со стороны администрации, особенность от главы Дахадаевского района Джарулы Рабадановича. И по сей день совместно работаем, есть планы, направления, совместными силами, иншаллах, добьемся успехов. Все вопросы, вот, вопросы, которые вы ставите по вашей религиозной линии, мы все поддерживаем. Совместная работа идет, значит, плотную. На всех совещаниях присутствует имам, он обязательно, значит, он информирован 100%, что там происходит. Значит, в школах мы даем очень много времени встречаться с подрастающим поколением. Наша сила в единстве. Например, пожары, когда тушат сосед, там, родственник, мимо проходящий, он же не спрашивает, чей дом это, какой нации. Спасают, притом рискуя своей жизнью. Спасают и не спрашивают. Мы говорили о духовности наших дагестанцев, о наших святынях, в частности, Каракерече. Очень простой, очень доступный. Чувствуется, что полностью готов оказать ту поддержку, которую он в его силах. Даже Кала Курайш там в таком же виде будет. Просто туда приехать человек, посидеть 2-3 минуты, уходить. Этом тоже будет баракат. Духовно. Поэтому мы же не зря говорим, у кого нет прошлого, ну, того будущего не будет. Мы прошлое ценим, уважаем, значит, у нас будущее будет. Будет, да.